На матч «Рив-Зиря» приехали журналисты из Баку. Трансляцию покажут по местному каналу. Комментировать игру с трибуны будет Сулейман Велиев. Нашему корреспонденту удалось поговорить с ним и узнать, с каким соперником сегодня предстоит сыграть «Шерифу». В первую очередь сильная сторона «Зиря» – это защита. Самый сильный вратарь лиги у «Зиря». Больше всех сухих матчей он провел. И меньше всех голов команда пропустила. Большинство побед одержано с минимальным счетом. Это главное свойство «Зиря». В первую очередь крепкая защита. На этом построена, в принципе, командная игра. Летом у команды трансферов было немного, поэтому костяк команды сохранился. Это тоже может быть плюсом для команды из Азербайджана, рассказал Сулейман Велиев. Основной костяк, все на местах. Просто мы тоже, в принципе, интересуемся. Видим «Шериф» в Еврокубках. Там практически каждый год обновляется состав. Но это, можно сказать, не влияет на результаты. Они стабильно играют в групповых этапах разных Еврокубков. Короче, успешно играют. И не знаю, насколько это сейчас повлияет, но это тоже может быть сильной стороной именно нашей команды в этом противостоянии. Велиев добавил, что результат матча может быть непредсказуемым.